Народ, всем привет! Опять приехали на территорию монастыря Магнит покидать. Прямо так сразу по тропинке. Ходили уже из родника, воды набрали на дачу. Пить. О, церковная лавка. Вот, когда я тут неделю 2-3 назад кидал. Сегодня с сыном. Сейчас посмотрим, что тут за 2-3 недели накидали. Там вот какая-то группа людей ходила. Человек 15, наверное, в сапогах высоких, болотниках. И сетками промывали что-то. Мы подошли, посмотрели, вода мутная идет. Сейчас они вроде ушли. Не знаю, что они там промывали. Сейчас попробуем что-нибудь выручить. Да что-нибудь по-любому будет здесь, монет всегда куча. Подсчитаем. В прошлый раз на 350 рублей почти набрал. И две юбилейные попались. А, вода вон уже, смотри, не такая мутная. Да что-то камней вон много, я смотрю, кого-то промывали. То один песок был, но монетки какие-то валяются, да, есть парочку. Сейчас пойдем. Сейчас Тимох Магнит распакует и туда пойдем. Монет толком нет, кто-то, видимо, уже тут сходил с Магнитом. Я вот в воду зашел, вот так вот прошурфил немного. Сын сейчас пошел с той стороны, он кидает Магнит. И вот все, что попалось. 10-14 рублей. Такой вот плачевный результат пока по монетке, грубо говоря, идет. Забирайся на мост, давай с моста покидаем лучше. Тут комаров много, закусают. Набивается хабарница. Юбилейных пока нету. Комаров полно. Сейчас пойдем. Машина уже. Давай, кидай. О-о-о. Сейчас уйдем, Ариш. Монет толком нету, комары закусали, нашего он уже пошли. Что-то они прям тут дикие, только полупляли, что ли, прям налетают, загрызают. Вот сейчас сворачиваться будем уже уходить. Ну, вот по находкам. 40 рублей. 45. 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 58 рублей. Тимохе там еще вроде что-то попалось. Еще есть монет? Не, все. 58 рублей. 58? Да. Наталья? Ага. Да. Ну, юбилейных нет, жалко. Ладно, будем закругляться. Всем спасибо за просмотр. Маленькое короткое видео получилось, потому что комары заели, да и находок толком нет. Вечером, может быть, с металлоскателями выберемся на пляж на кого-нибудь, покопаем. Ладно, всем счастливо.